С самого раннего утра, с 6 часов, истинные пионеры уже были на лыжной базе. Более 600 ребят в красных галстуках вступили в союз детских организаций «Сияющие звезды» и по красивой давней традиции встречали рассвет и запускали воздушные шары с журавлями. А в этот же день днем, на праздник пионерии, ребята пришли в парк имени Зернова, где для них приготовили игровые станции и интерактивные площадки старшие инструкторы из детской палаты «Галактика» и педагоги Дворца детского творчества. Станции есть азбука Морзе, вопросы про пионеров, пионерские песни, спортивные есть у нас мероприятия, как прыжки в длину, меткость, закидывать шишки в ведро, составить слова и слово лидерство. Также вновь вступившие пионеры могли взять у старших ребят мастер-класс игры на барабанах, проявить смекалку в решении ребусов и загадок. За выполненные задания участники получали жетоны, которые потом обменивали на сладости, краски и карандаши. Впервые на празднике Дня пионерии «Здравствуй, друг» свою площадку представил городской совет юниоров «Росатома». Мы с активными старшеклассниками собрались и подготовили свои три игры. Очень простые, может быть, ребята о них слышали. Это «Мема», «Угадай три факта» и «Игра хронограф». Но мы зашифровали интересные факты об атомной промышленности и о госкорпорации. И представили свой собственный баннер, на котором есть информация про нашу организацию. В течение года дети, желающие вступить в пионеры, проходили цикл занятий «Азбука добрых дел». Здесь ребята изучали пионерские песни и игры, учились стоять в Орлянском кругу, рассуждали о дружбе и добре. В музее детства во Дворце детского творчества школьники знакомились с историей пионерии. Почему ты решила вступить в пионеры? Ну, потому что там принимают в разные конкурсы, награждают. То есть я хотела всегда поступить в пионеры. С дружиной мы писали недавно письма солдатам на войну, дарили рождественский подарок другу, дарили набор солдату. Помогали бездомным животным еще. Пионер – это человек, который помогает людям, например, пожилым людям, помогает перевести через дорогу. Я хочу предложить друзьям вместе ходить по улицам и помогать, кто требует помощи. На празднике «Здравствуй, друг» у юных пионеров была возможность в качестве подарка бесплатно покататься на аттракционах. Светлана Юрунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.